Традиционно первоочередным вопросом повестки дня планерного совещания главы Кашхабского района Заура Хамирзова с заместителями, начальниками управления и отделов районной администрации, руководством ЦРБ, главами сельских поселений, представителями Роспотребнадзора стала борьба с коронавирусной инфекцией и как главный ее механизм – прививочная кампания. Также на планерном совещании присутствовали руководители хозяйствующих субъектов муниципалитета, директор и заведующий отделами Кашхабского КЦСОН, представители духовенства и общественных организаций. На сегодняшний день в районе болеющих коронавирусной инфекцией граждан 52. При этом глава района подчеркнул, что темпы проведения вакцинации не отвечают главному условию победы над вирусом – работе на опережение. За прошедшую неделю на территории Кашхабского района выявлено 23 человека больных коронавирусной инфекцией. Всего больных 52 человека. Действующих очагов 43, контактных 61 человек. За прошедшую неделю проверили 248 торговых объектов. По соблюдению стандартов Роспотребнадзора выявлено 2 нарушения, оставлены протоколы. Сегодня каждому из тех, чья профессия связана с контактом с людьми, надо задуматься над тем, что пора обезопасить не только себя, но и ту среду, в которой они находятся изо дня в день. Многим же гражданам, особенно пожилым нашим землякам, нужно осознать, что вакцинация прежде всего сохранит их собственное здоровье, их собственной жизни, отметил Заур Хамирзов. Вирус не щадит никого. Совсем скоро вновь распахнут свои двери наши школы и садики. Остановка деятельности предприятий не сулит ничего хорошего. В этом мы убедились в прошлом году. Печальный опыт, как говорится, уже имеется. Нельзя, чтобы все эти жесткие ограничения вновь нарушили наш с вами уклад жизни. С сегодняшнего дня создаются дополнительно 6 рабочих групп, главное назначение которых – мониторинг соблюдения решения оперштаба Республики Адыгея, вплоть до запрета присутствия на рабочем месте сотрудников, не прошедших вакцинацию. Всего провакцинировалось по Кашхабскому району 4464 человека, что составляет от доведенного плана Республики Адыгея, это 60% должно провакцинироваться у нас 1 сентября, 13522 человека, составляет 33,1%. По наличию вакцины, у нас вакцина достаточно. Количество находится в Кашхабском районе, проблем с вакциной нету. По заявке Кашхабского ЦРБ Минздрав нам предоставляет. Данное решение, как известно, с 19 июля распространяется на предприятия и объекты всех форм собственности в республике, в том числе и в Кашхабском районе.